Детский сад в Барашево ждали. Местные жители обращались к руководству республики с просьбами о возведении в поселке нового дошкольного учреждения. Вопрос решили. 33 миллиона рублей поступило из республиканского бюджета, чуть меньше из федеральной казны. И за год построили прекрасный теремок. Именно так назвали детский сад. Поведу я в садик свою дочь, Петренко Арину. Она у нас только пойдет в садик. Старый садик она не ходила, она не знает, что там такое. А вот в новый мы заходили, видели очень красивый садик, современный, нам очень понравилось. И пойдем в садик вот с радостью. Садик замечательный, идет у нас младший ребенок, третий в семье, Глеб, вот он здесь присутствует. Вот, очень рада этому обстоятельству. В старый садик мы не уместились, нам не хватило места. Ну а вот мы идем. На церемонию открытия детсада пришло полпоселка. Владимир Волков поздравил всех с праздником. В мой адрес поступало очень много обращений о строительстве детского сада у Барашева, в том числе во время выборов, во время встреч выборных в Кингушевском районе. По-моему, на 2-3 встречах, значит, мы говорили о детском садике, и это наказы ваши, наказы избирателей наших. Мы прекрасно понимали, что несмотря на любые трудности, этот вопрос необходимо решать. И вот наказ наших избирателей выполнен. Символический ключ от детского сада глава Мордовии передал заведующему детсадом, а она вручила его воспитанникам. Кто с отеческим теплом нам построил этот дом? Главе республики большое мы спасибо говорим. Его мы дружную команду от всей души благодарим. Этого момента ждали молодые родители Барашева. Символическую красную ленту глава Мордовии Владимир Волков перерезал вместе с воспитанниками детсада. В теремок ходит 60 детей. С открытием ясельной группы их будет 70. Давайте посмотрю я на вас, какие вы большие выросли. А какие загорелые, большие. Вот посмотрите, какой красивый садик нам построили, да? Хорошо в садике? Да. В новом благоустроенном саду созданы все условия для успешного развития личности ребенка. Просторные группы, удобные спальные комнаты, кухня с современным оборудованием. Детям будут готовить диетические блюда. В новом детском саду появились залы для занятия спортом и музыкой. Теперь утренники будут проводить именно в них. Строительство детских садов в Мордовии будет продолжаться. В рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в этом году строят 3 детсада – в Луховке, Елге и Дубенках. В будущем году начнется возведение дошкольных учреждений в Саранске и Атюрево. После открытия детского сада глава Мордовии пообщался с жителями Барашева. Они обращались к Владимиру Волкову с вопросами о строительстве дорог в поселке и райцентре, возведении ФАПов и другими житейскими вопросами. Глава республики поручил разобраться с просьбами и помочь людям. Вячеслав Кузьменко, Александр Гурьянов, «Народные новости».